1 ноября 2017 года на территории города Хабаровск наблюдается небольшое задымление. По данным космического мониторинга, пожароопасная обстановка на территории Хабаровского края спокойная. По данным на утро 1 ноября 2017 года, природных пожаров на территории региона нет. При этом, по данным космического мониторинга системы «Каскад», за вчерашние сутки отмечалось множество термических аномалий на приграничных территориях КНР. В настоящее время на территории города наблюдаются ветра южных направлений до 1-2 метров в секунду. С целью мониторинга состояния воздуха проводится постоянный забор проб в нескольких контрольных точках и их исследования. Ситуация находится на контроле всех служб и ведомств. Силы и средства гражданского управления МЧС России по Хабаровскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Организовано межведомственное взаимодействие, ведется постоянный мониторинг пожароопасной обстановки. В случае происшествия незамедлительно звоните по телефонам 101 и 112.